Всем привет! Это рецепт для тех, кто очень любит авокадо. Авокадо можно есть просто, помыть, почистить, порезать с солью, с перцем. Можно просто есть, если вкусный свежий авокадо, то его и просто можно съесть. Это тоже будет хорошо. Но можно и сделать такой салат. Это можно как салат сделать, а можно как соус. И подавать можно к любому блюду, как отдельное блюдо можно. Если сделать такую массу пожиже, можно и делать бутерброды. Можно просто ложечкой кушать. И сегодня я решила сделать такой недавно рецепт, увидела. Не рецепт, а вначале такое слово «гуакамоле». И думаю, что же это такое? И я посмотрела, как на одном канале делали это блюдо, и я решила попробовать. В это блюдо входит основной ингредиент, это авокадо. Авокадо надо, чтобы он был спелый. Я вот его уже размяла с лимоном, с соком лимона, чтобы авокадо не потемнел. И сюда мы добавим, я уже порезала овощи. Вот здесь у меня натертый чеснок с солью. Авокадо с чесноком очень вкусно. Так. Это мелко нарезанный помидорчик добавляем. У меня 4 помидорчика черри. И вот все, сок от помидора я сюда добавляю. И мелко нарезанный лук. И половину укропа я добавлю сюда. И половину укропа мы оставим для украшения. Теперь мы это все перемешаем. И сюда еще необходимо добавить перец чили, но так как у меня перца чили нет, я добавлю капельку табаско. Это такой соус американский. Он очень горький, поэтому его немножечко только капнуть и все. Кстати, его можно добавлять и в любые коктейли. Все. У нас салатик готов. Мы его перекладываем в салатницу. Украшаем укропом. Наш шедевр готов. Приятного аппетита. Пробуйте, делайте, экспериментируйте. Всем пока-пока.